Меня зовут Вера, я заместитель директора компании «Литл Туристик», и сегодня я прилетела для вас в Албанию. Будем смотреть эту замечательную страну вместе, все вам буду рассказывать, комментировать и показывать. Смотрите, пожалуйста, наше видео, ставьте лайки. Ребят, хочу вам показать отель «Aller Holiday Inn». Он находится в Саранде. Это третий наш отель, в котором мы живем. О нем буду подробно рассказывать. Сейчас мы поднимаемся по ступенькам. Кстати, тут есть вот такая длинная полоска для того, чтобы катить багаж. Очень удобно. В каком-то из отелей не было. В общем, мы из этого страдали. Поднимаемся, идем на ресепшн. Ресепшн небольшой, но красивый, приятный. По правую руку у нас ресторан, бар и выход на террасу. Ресторан. Бар. Вот открытая терраса с видом на море. В этом отеле есть вот такая небольшая сцена, где с какой-то периодичностью играет живая музыка. Номер в отеле Aller Holiday, а мы приехали в Саранду. Номер у нас трипл. У нас вот такая огромная кровать, две прикроватные тумбочки и маленькая кровать. Кондиционер. Картина. О, смотрите, какая у нас крутая фишка. Маленькое окошечко. Море. Ага, вот так у нас открывается балкон. У нас небольшой балкончик, но их достаточно, в принципе, для того, чтобы 2-3 человека здесь сидели. У нас опять не первая береговая. Вот любят наша принимающая сторона, чтобы мы походили. Нам нужно выйти из отеля, и вот прямо вот по вот этой дорожке нам нужно будет пройти к пляжу и... Наш пляж там, где написано Aller Beach Bar. Покажу вам ванну в нашем Aller Holiday в Саранде. Шикарная, просто шикарный душ у нас. Шикарная ванна, фен, все, что надо. У нас просто огромная по сравнению с остальными отелями душевая кабина, отличная, со стеклом. И у нас есть даже халаты. Очень классно, современно, здорово. Друзья, путешествуйте больше, расширяйте ваши горизонты. А с вами была Лера. Пока-пока!